Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Пес», шестой сезон. Сюжет. Главные герои сериала – полицейский Максим Максимов и его верный пес немецкой овчарки по кличке Пес. Макс и Пес вместе расследуют сложные дела и дружат, помогая друг другу во всех делах. В предыдущем сезоне напарники сблизились еще сильнее, Макс стал замечать, что пес становится похож на него самого. Вместе они бесстрашно вступают в схватку с преступниками, которые становятся все более жестокими. Пятый сезон был насыщен драками и погонями, в которых герои чаще становились победителями. В распутывании опасных дел парочке помогают бывшая жена Макса Лена и ее новый избранник Леонидов, который до сих пор ревнует ее к старым отношениям, а также Гнездилов с его нестандартным подходом к расследованиям. 12 серия – смерть гадалки во время сеанса спиритизма. Погибшей оказалась 50-летняя Валентина Милявская, которую все знали как гадалку Малену. Она была медиумом, занималась гаданием и спиритизмом. Во время одного сеанса Малена впала в транс и не вышла из него. Следователи выяснили, что смерть наступила в результате яда, который подсыпали в кофе. Кто и зачем убил гадалку? Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.